Доброго времени суток. С вами Андрей Низ. Сегодня короткое видео. Если все удастся, это будет серия видео, которые будут рассказывать и показывать о различных техниках, которые вы можете применять в своей повседневной работе, с работе с цифровой графикой, живописью, кто чем занимается. Основная задача, которую я несу, это короткое информирование вас о основных приемах, которые вы сможете быстро перенять и использовать в своей работе. Предисловием закончил. Перейдем к основной задаче. На примере своей работы я хочу показать одну из неплохих техник, которую часто применяю в своей работе. Суть этой техники была перенята у масляной техники. Суть в том, что когда вы пишете маслом и у вас первый слой полностью высох, вы можете нанести поверх этого второй слой, третий слой для обобщения каких-то деталей, для нанесения сложных новых оттенков, цветовых решений и так далее, и так далее. Покажу я на примере данного персонажа, и точнее его лица, как можно это применять. Меня не устраивает, например, оттенок кожи. Тут существует множество методов, как это можно исправить. Я вам покажу один из, которых применяю сам и который очень люблю. Мы берем нужный мне оттенок, создаем новый слой. И, собственно, как в масляной технике, начинаем просто накладывать по данному пятну нужный нас интересующий цвет. Где-то сложный такой. Дальше. Этот слой можно вписать. Аккуратно использую я, например, палец. Берем его, как бы растягиваем, вписывая. Где-то, используя стеркой, подтираем. Тем самым мы вписываем поверх старого основного слоя новый, которым посчитаем лучше. Смотрим результат. Основную суть, я думаю, вы поняли, что у нас. Мы ввели новые оттенки полностью, легко, не переписывая все заново. То есть мы легко можем отключить, если не понравилось, убрать, где-то подтереть и так далее, и так далее. Можно много как работать с данным слоем. И таких слоев может быть несколько. Где-то для бликов, возможно. Все зависит от того, как удобно конкретно вам рисовать. То есть видим, что вот один слой у нас, например, отвечает за блик на щеке, да, в данном случае. Остальное там у нас подбирает слой. Мы можем это все объединить. Горячая клавиша Ctrl-E, получается у нас один общий слой, который мы можем опять-таки еще где-то подрисовать, подтереть и так далее. Я надеюсь, что данная техника вам пригодится в работе, и вы сможете ее активно использовать и применять для ваших творческих достижений. На этом все. Всем всего наилучшего. Пока.